Поздравляем Партия гуманитарного груза, сформированного администрацией Альметьевского района, отправилась в зону СВО. Городской актив закупил все по запросам от бойцов 430-го полка. Инженерное оборудование, оргтехнику, офисные стулья, канцелярию, запчасти и смазочные материалы для техники. Также в большую посылку от Альметьевского шли два мотоцикла. С погрузкой помогли студенты-волонтеры. Коробки были очень легкие, нам понравилось упаковывать вещи СВОшникам. И дай бог, чтобы они приехали все здоровыми. В конце прошлой недели другая машина отправилась в 56-й воздушно-десантный полк. Большая посылка состояла из продуктов питания, бутилированной воды, одежды, маск-сетей и окопных свечей. Погрузили еще и гусеничные платформы. Также бойцам направили именные посылки. Марина Юрина, новости Юго-Востока.